Лена и Миша, мы с вами дружим и вами любуемся. Кстати, Бережная и Галустян выбрали сегодня песню Метова и Степанова «Роза чайная». Исполняют Филипп Киркоров и Маша Распутина. Очень весело. Я не помню, как правильно, королевская пара. Нет, пожалуй, королевская чета. Вот королевская чета проекта «Ледниковый период». Ну, недаром же вы, уважаемые телезрители, за прошлый этап присудили именно этой паре бонусный балл. И сегодня они, по-моему, с благодарностью к нам, к зрителям, исполнили этот номер, этот танец. Веселый, зажигательный. А Миша Галустян действительно король. Просто красавец сегодня. 5 сложных поддержек за один номер он не исполнял никогда. И все, ну, практически чисто. Не без помарок, но практически чисто.